Работу, а тут повсюду мои помойки разбросаны. Это не ездит, там стартер сломался, тут выхлоп отпал, там чё. Блин, там в принципе ездит, но я на ней просто не езжу, там Альфа-Ромео значок. Ну вот теперь бус, на нем можно гонять. Блин, надо, короче, продать Жигу и продать Альфу. Можно кому Альфа тысяч за 80 отдам, а Жигу в таком состоянии за 60, за сколько брал, столько же отдам. И покрашу, будет сотка цена. Ну а Субарь остается. Субарь пускай гоняет. Какой же кайф быть владельцем роторной классики. Я правда не знаю, но она мне реально очень нравится. Артоп, как прочит этот карбюраторный ротор, это просто кайф. Что это за красота?